Итальянские власти могут закрыть порты страны для высадки мигрантов. В первую очередь речь идет о спасательных судах под флагами других стран. Посол Италии в ЕС Маурицио Массари сообщил, что ситуация с беженцами в стране стала настолько серьезной, что требуется помощь от государств-членов ЕС. За несколько дней на территорию Апеннин прибыли около 10 тысяч мигрантов, а в этом году в Италии уже въехали 73 тысячи мигрантов.